Сегодня у меня в гостях Жюли. Жюли всегда находится в центре внимания. У нее плотный рабочий график, а в ежедневнике практически нет свободных страниц. Деловые встречи, поездки, командировки. Ей всегда нужно быть в форме, ведь ее внешность – это ее визитная карточка. Все детали ее гардероба и макияж должны быть продуманы до мелочей. Ведь в первую очередь она женщина, поэтому ей важно знать, как в любой ситуации выглядеть безупречно. Я предлагаю для тебя, Жюли, макияж в стиле французский шик. Почему французский шик? Вообще, я всегда думала, что для деловых встреч обычно используется более естественный натуральный макияж. Да, но ведь ты же хочешь, чтобы запомнили не только твою презентацию, но и тебя саму. Ну да, ты права. Поэтому я и предлагаю французский шик. Великолепный, элегантный, где акценты сбалансированы, выразительные глаза, классическая стрелка, чувственные губы. Он выражает все последние тенденции, но, с другой стороны, подчеркнет твой индивидуальный, уже сформировавшийся стиль. Согласна. Ну что, ты готова? Угу. Тогда начинаем. Французский макияж – это прежде всего безупречная, идеальная кожа. У Жюли очень хороший цвет лица, поэтому мы выбрали тональный крем «Тон сюр тон», который обладает хорошей адаптацией к цвету кожи, увлажняет ее и ложится безупречно, без эффекта маски. Для области вокруг глаз мы будем использовать консилер Radiant, что в переводе с французского означает «сияющий». У него великолепная увлажняющая формула и эластичная текстура. Он корректирует и подсвечивает, создает эффект лучистой кожи. А теперь нам необходимо закрепить наш макияж. Для этого мы будем использовать компактную пудру Жюли Майен из последней коллекции «Прогулки по Парижу». У нее очень тонкая невесомая текстура, поэтому сколько бы раз вы в течение дня не припудривались, не создается тяжести и эффекта грима. Кожа становится идеально гладкой и бархатистой. И не забывай про брови. Mm-hmm. Для темных бровей достаточно вот такого вот геля, чтобы зафиксировать им форму, придать им аккуратный вид. А для себя мы будем сначала использовать карандаш для бровей Coup de Jeanne. 01 или 02 номер, я думаю, что нам подойдет больше 01, он чуть-чуть темнее. А теперь будем использовать фиксирующий гель для того, чтобы придать аккуратный вид бровям. Для глаз мы выбираем нейтральную бежево-коричневую гамму. Вы можете использовать квартет номер 61 или двойные тени номер 33 или 34. Главное, используя базу под тени, она прекрасный партнер в макияже. Готовит кожу век к макияжу, матирует их, обеспечивает теням стойкость в течение всего дня, что бы ты ни делал, и помогает раскрыться палитре во всей ее красе. Итак, наносим светлый бежевый оттенок на всю поверхность верхнего века до бровей. Для того, чтобы получить более насыщенный оттенок, можете наносить его подушечками пальцев. Самым темным оттенком из палитры оттеняем внешние уголки глаз и складочку верхнего века для более выразительного и глубокого взгляда. У внешних уголков глаз растушевываем тени в сторону виска. А теперь главный акцент, характерный именно для французского макияжа, это классическая стрелка. Ее мы выполним жидкой подводкой шарбон черного цвета. Проводим линию максимально близко к ресничному контуру, прокрашиваем пространство между ресницами и вторым слоем делаем линию более широкой к внешнему уголку глаз. Окончание линии в
сделаем аккуратным и тоненьким. Для макияжа глаз я рекомендую тушь с коллагеном Турафель из нашей новой коллекции «Прогулки по Парижу». Ее уникальная щеточка в виде веретена идеально разглаживает реснички и придает им объем без комочков. Для губ будем использовать помаду оттенка Бордо номер 107 из коллекции Charme de Vaux. Джули, а вот для безупречной линии губ я рекомендую тебе использовать контурный карандаш, который бы идеально соответствовал цветам твоей помады. Для того, чтобы смягчить линию, ретушируем контурный карандаш в центр губ. Для более аккуратной линии губ можно использовать кисточку для нанесения помады. И, наконец, освежаем лицо румянами. Ну вот, наш образ в стиле французский шик готов. Посмотри, что скажешь. О-ля-ля! Этот образ изысканный и универсальный одновременно, да? Ты всегда будешь чувствовать себя хозяйкой ситуации. Где бы ты ни находилась, ты всегда будешь в центре внимания. И когда после деловой встречи ты зайдешь в кафе, расслабиться и выпить чашечку кофе, все восхищенные взгляды будут обращены только на тебя. Стильная, самодостаточная, уверенная, великолепная Жюли.